Ивантеевское отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» является, было и остается, ведущей политической силой города. Глава города, руководитель администрации и 16 депутатов из 20 депутатов Совета депутатов города Ивантеевки являются членами партии. Руководитель исполкома Ивантеевского отделения партии Алексей Гавриленко знакомит участников конференции с итогами работы. Весной в Ивантеевку с визитом приезжала Лидия Антонова, секретарь Московской областной организации партии «Единая Россия». Поставила местной организации несколько важных задач, которые были решены. В МОРОВ в поддержке партии «Единая Россия» было перечислено 500 тысяч рублей за этот год, собранных сторонниками партии в городе Ивантеевке. В члены партии в этом году, что очень приятно, такого давно не было, принято 155 человек. То есть численность ивантеевского отделения выросла до 454 человек, и работа продолжается. На конец года поставлена задача выйти на планку 600 членов партии. Что касается агитационно-пропагандистской работы, то исполком Ивантеевского отделения по итогам октября был признан лучшим в Московской области. Все программы, которые запущены партией «Единая Россия», они реализуются нашими членами партии местного нашего отделения на территории города. Это многие программы, особенно в летний период, в осенний период. Серьезно работала группа наших партийцев над вопросом контроля за ценами. Это такой вот политический достаточно серьезный вопрос. Над контролем, вопросом, связанным с ремонтом ЖКХ, с теми государственными программами, по которым ремонтируется наш жилой фонд. Над программой, которая связана с развитием системы образования детского и детских дошкольных учреждений, поскольку и тоже члены партии выезжали на те участки, встречались с населением, и вот, по крайней мере, действительно школа на детской, она в том числе и при серьезных таких усилиях, ходатайстве местного отделения принято решение о выделении средств на строительство этой школы. Елена Суханова, заместитель секретаря местного отделения, познакомила участников конференции с работой форума «Единой России». Ивантеевку на этом мероприятии представлял секретарь местного отделения партии, глава города Сергей Гриднев. Дмитрий Анатольевич говорил о том, что местный уровень работы и есть основа политической структуры партии «Единая Россия», потому что кто, как не мы, с вами на местах очень хорошо чувствуем, как живется нашему населению. На конференции состоялись выборы новых членов Политсовета Ивантеевского отделения партии «Единая Россия». Делегаты конференции проголосовали за Дмитрия Зотова и Сергея Суворова.